Да, нас не бомбили, но это не значит, что мы не были в сфере внимания немецкого командования. Поэтому, поскольку Сергей Леонидович Романов предоставил нам вот эту карту Люфтваффе, которая здесь показана, и мы ее немножко проиллюстрировали теми объектами, которые на этой карте изображены, вот как раз лишний раз напоминает, что Вологда никогда не выпадала из сферы внимания немецкого командования. И это вот новый аспект, который мы никогда прежде не показывали в наших экспозициях.